В синий угол ринга добро пожаловать, боец из Кении. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner from Kenya, Майка Отхиамбо! Боец родом из Азербайджана, боксирующий в России. Встречайте, Роман Афонов! Итак, вторая пара боксеров, друзья. Международная встреча, если так можно сказать. Азербайджанец Ромал Аманов против боксера из Кении Майки Агунда. Это весовая категория до 63,5 килограммов. Первый полусредний вес. Кенийский гость, дебютант профессионального бокса. Так что о нем сказать ничего мы пока не можем. Ринг покажет, как говорится. Первый бой и сразу, да, за пределами своей страны. Ну, Ромал Аманов, я сказал, он представляет, он азербайджанец, выступает под флагом Азербайджана, но тренируется и живет в Москве. Сам он из Гянджи, и поэтому вот такая майка. Он отдает дань городу, который, в общем-то, предоставил ему все возможности для его профессиональной карьеры. Он провел уже 4 боя на профи-ринге. Во всех 4 победил. Во всех 4 победил по очкам. Последним такой сложный бой был у него. Против Сивака Багдасаряна. Победил раздельным решением суда. И вот теперь 5-й поединок. Уже против далекого гостя из Африки. Посмотрим, что получится. Ну, как правило, бойцы из Кении, они дерутся в полную. Может быть, не каждый из них обладает хорошей техникой, стилем, тактикой, но они отрабатывают свой гонорар на полную, на все 100%. Это да. И, как правило, они физически все очень хорошо подготовлены. Может, с техникой, как вы сказали, у них проблемы с тактикой, тем более. Но уж что касается вот природных данных, тут, уверяю вас, все в полном порядке. Посмотрим. Все-таки бой не титульный, бой рейтинговый, и не привезут в Россию
сильного боксера, хотя в этой стране есть достойные бойцы. Это дебютант, поэтому нельзя сказать уже, что он из себя представляет. Только ринг сейчас нам покажет. Ну, хоть как, они не зато у него, видите, есть уже никнейм боксерский, Харрикейн. Его соперник Трассову. Не просто так. Бойцу 29 лет, рост 173 сантиметра, вес 63,4 килограмма. С прекрасным профессиональным высокие бойцы для своей категории. Двукратный обладатель Кубка мира среди любителей. Серебряный призер чемпионата мира среди любителей. Вот видите, какая спорта. Прекрасная Рома биография любительская у Рамала Аманова. Да, азербайджанские боксеры — это своеобразный бренд, конечно. Сильные ребята в любительском боксе. Азербайджан вообще очень здорово поднялся. И свидетельством тому еще то, что в Баку будет проходить финал всемирной серии бокса. Сборная Азербайджана будет принимать команду Кубы. Евгений Горостков, рефери этого боя. Боксеры готовы к началу поединка. Причем удивительно, и тот, и другой. И какая-то радость на лице обоих спортсменов. Но это, с одной стороны, и правильно. Они выходят как на праздник. И вот интересно, да, Андрей, что дебютирует кенийский боксер и сразу 8 раундов. Чем за рубежом. Да. За пределами своей когда страны. Я вспоминаю, что Костя Дзю, когда дебютировал на профессиональном ринге, вышел на 10-раундовый бой. Правда, продлился он совсем немного. Но, извините, но Костя Дзю был чемпион мира. Костя Дзю имел такую биографию замечательную, любительскую. Поэтому, конечно. Мы посмотрим, что сделает Агунда. Пока он так. Неплохо выглядит. Ринга, и так вполне профессионально смотрится, да? Да. По крайней мере, стоит в стойке. Руки на месте, держит правильную дистанцию, удерживает середину ринга, подавливает своего соперника. Понятно, что ни того, ни другого спортсмена я, ну, или мы, того не знали. Нет, ну, Аманова мы как-то показывали, Андрей, начинаю припоминать во время вот этих чемпионат мира в Баку, который был, помните, перед Олимпийскими. Совсем недавно, да. Причем в этот раз из Кении приехала довольно-таки такая немаленькая команда, я вам скажу. То есть не один тренер, как это бывает. Просто да подчас и боксеры вообще одного отправляют, да, без тренера, чтобы как-то увеличить сумму гонорара. А здесь приехала, я думаю, что парень непростой, на него есть определенные ставки, и даже, возможно, какие-то местные спонсоры помогли. Во всяком случае, Агунда идет вперед, посмотрите. Вообще не производит впечатление дебютанта, который приехал вот так на заклане далеко-далеко от дома. При всем при том, что в Кении любительский бокс очень слабый. Ну, там мало, очень мало чемпионов. Не очень слабый, просто не успевают они дозреть до титулов каких-то в любительском боксе. Как только что-то получается, сразу переходят профессионалы, понятно, деньги надо зарабатывать. Ну вот, мне кажется, Амал начинает так потихоньку разбираться. Но все-таки видно, что он не бьющий боксер. Абсолютно не он бьющий, любитель. Он немножко висит вот так вот над рингом, не стоит на ногах и обстреливает спортсмена. И очень много двигается. Очень много от любительского еще осталось. Ну и потом, когда ты постоянно в движении по рингу, очень сложно неожиданно сильно ударить. Конечно. Но есть мастера, которые все время в движении бьют во время сайдстепа, во время шага назад, во время чего только не делают, а удары наносят еще какие. Но это великие. Ну, конечно. Их можно долго перечислять, но один из них, наверное, самый великий, величайший, это Мохаммед Али. Да. Ну, спокойно прошел первый раунд. Ничего такого серьезного не произошло. Были такие попадания вскользь. Если боец в белых шортах
он больше двигается, бесспорно, и он, наверное, чуть точнее и, наверное, чуть побыстрее соперник. А Кинеец, он несколько раз попал, достал соперника лоптом, где-то вот так вот скользко. В общем, пока не произвели впечатления. Особого впечатления. Да, будьте на месте, скажем, тренера кенийского боксера, просто сказал, иди вперед, зажимай в угол и не выпускай. Будь я на месте... Я сейчас ловлю на мысли, Андрей, что вы это советуете практически всем боксерам, которых вы видите в ринге. А вот как раз бойцу в белых шортах я бы советовал совершенно другое. Двигаться так же и обстреливать, только больше наносить ударов, потому что эти джебы и сайдстепы, они подчас не играют. Просто-напросто, если один не может попасть или прицелиться, или подойти поближе, нужно... Ну, смысл какой? Ходить по всему рингу, нужно зажимать канатом, и все. Но когда соперник так легко двигается, и это умеет, и это одно из его коронных качеств, ваш совет исполнить тоже не очень просто. Да, он уже проводит пятый бой, но он еще не, далеко не ушел от любительского бокса. Да, это видно. Так, Агунда идет вперед. Агунда показывает свою агрессию. Агунда, в отличие от соперника, плотно стоит на ногах. И может, так, судя по всему, ударить может неплохо. Это, конечно, это только предположение, но опыт подсказывает. На самом деле, все-таки хорошая боксерская стойка. И то, что ты стоишь на ногах, не дает тебе полной возможности ударить так, как нужно. Потому что есть еще и опыт, есть еще и скорость, безусловно, и другие качества. Есть еще, по крайней мере, характер. Вот проиграл вчистую, я так думаю, Агунда первый раунд, и сейчас ему уже пора начинать. Хоть раунд, поединок состоит из 8 раундов, но они прилетят незаметно. Потом, когда уже ты очнулся в пятом, да, шестом раунде, опа, а уже будет поздно. И вот сейчас по ходу боя легкая усталость уже накопилась. Видно, что у кенийца есть небольшие проблемы, наверное, из тех, кто он больше не стал мазать. Как будто он видит перед собой никакой цели вообще. Понятно, руки на месте. Они должны быть на месте, чтобы не пропускать удар. Костя Дзю сейчас мелькнул на ваших экранах. Небольшая была помеха в эфире. Вообще, много сегодня обещают здесь интересных гостей. Как я уже говорил, будут разыграны, вернее, не разыграны, а будут объявлены победители в различных номинациях. Очень интересно. Все это вы увидите, друзья. Розно, много подарков, наверное. Ну да, куда же без них. И вот закончился второй раунд. Также в спокойном темпе. Но, мне кажется, для Аманова он прошел еще лучше. Он как-то уже нашел себя и уже проявил себя как хозяин ринга. Практически ничего не успевает его соперник. Вот удачное, наверное, самое удачное только попадание показали сейчас нам на повторе. Да, было парочку таких разменов. Все равно, конечно же, Ромалу нужно, ему и его тренеру нужно думать о мощном ударе. Да, выходя на более высокий уровень, будут мощные спортсмены, и там с этим передвижением и джебами ты не справишься с соперником. Тут и ты реально будешь понимать, что как же я много упустил, когда почему я не могу так сильно ударить, а вот он может. И потом еще, Андрей, давайте не будем забывать, да, что профессиональный бокс — это во многом еще и любовь публики. Конечно. То, как к тебе относятся. А вот если ты не бьешь, если ты, как говорят в профессиональном боксе, безударный, то да, победы к тебе могут приходить, но популярности
огромной не будет, а, соответственно, не будет больших гонораров. Ну, давайте вспомним последний бой Александра Поветкина, который прошел буквально на днях. Все, конечно, ждали его возвращения в ринг после поражения от Кличко. И, наверное, оно бы не было таким ярким, даже если бы он выиграл единогласным решением судей. А вот этот нокаут как бы всем понравился. Хоть бой был и не самый такой, может быть, красивый, бесспорно. Поветкин был лучше. Поветкин действовал великолепно. Выглядел великолепно. Но то, что как он нокаутировал своего соперника, запомнили, естественно, все. Ну и специалисты тоже отметили много новых положительных качеств в действиях Александра. Зал молчит, потому что в ринге практически ничего не происходит, только передвижение и подготовка к атаке. Подсказывают только секунданты из того и другого угла. Ты все. Да, стесняется. Роман пойти вперед. Он вроде бы как и идет, иногда даже из стойки левши как бы поворачивается в стойку правши, чтобы свои сильнейшие, ну, как бы сделать удар подлиннее. Это только потому, что он висит на ногах. Нужно плотно встать на ноги и бить с двух ног. Заканчивается уже третий раунд. Нисколько не потратили еще силы спортсмены. Только единственное, вот, кенийский боксер, он стал еще медленнее. Но, может быть, сказалось то, что он впервые, наверное, впервые находится в другой стороне. Впервые находится северной, на профессиональном ринге. Например. Тем более, впервые на профессиональном ринге, тем более 8 раундов. Ну и временные, и климатические и условия дают о себе знать. Ну слишком. А у Ромала, мне кажется, знаете, какой, ну, если недостаток, то еще какая-то недоработка. Что он как бывший любитель, причем многого добившегося любителя, считает, что главная победа. Ну да. У него нет вот этой агрессии профессионала, которая так необходима для того, чтобы завоевать вот этот авторитет публики. Победа, бесспорно, это главное в боксе. Но, как вы уже отметили, Борис, все-таки не менее важна любовь публики. Вспомним Артура Гатти. Выиграл он, проигрывал, все равно он нравился публике. А я сейчас в первую очередь, мне на ум приходит, знаете, кто? Ислам Правников. Да, согласен с вами. Причем буквально несколькими боями он стал популярен в Америке. Он провел... Он стал мега популярен. Мега популярен. Провел, ну, там немало боев. Но вот последние бои, которые показали на крупнейших телеканалах мира, его сделали просто звездой. Кстати, сегодня... Кстати, скоро он проводит бой. Да. Ну, кстати, сегодня утром Сергей Ковалев прилетел в Москву. 14 надеюсь... числа, в Москве 15. Сергей Ковалев приехал, он, наверное, сегодня, будет вот, и, наверное, участвовать. Ему будут вручать, по-моему, звание «Боец года». Но он достоин этого звания, безусловно, как никто другой. Попал сейчас свой сильнейший Рома Ломанов. Картинка боя нисколько не меняется, вот только меняется, несколько меняется в ринге кенийский боксер. Он как-то вообще стал еще медленнее. И если он вначале не боялся, мы почему-то были уверены, что это перспективный чемпион, который вот он первый бой проводит, и такой правильный, поставленный. Его уже почти не видать. Как-то он сам немножко сжался, скукожился. Ну, все-таки характер у него есть. Он просто
слегка растерян тем, что ну, еще не освоился, он, видно, не акклиматизировался в Москве. Вряд ли он после, скоро... После 50-градусной жары в своей стране. Ну, слава богу, в Москве тоже сейчас. Не Сибирь. Конечно, со скоростью у Ромала все в порядке. Со скоростью, с техникой, с видением, конечно. Но, еще раз скажем, надо избавляться от вот этих родимых пятен любительского бокса. Ну и я так уже подозреваю, что и это его пятая победа, к которой он сейчас стремится, тоже будет пачка. Хотя еще 4 раунда впереди. Да, но он не бьет, жестко не сжимает кулак, это видно, да? Поэтому очень трудно нокаутировать. Тут все зависит от тренера и от самого боксера. Просто ведь есть не просто тренировка, а анализ всего, что ты делаешь в ринге и что ты будешь делать дальше. И есть примеры, о которых, естественно, учатся. Ну и в конце концов каждому боксеру, каждому мужчине хочется обладать сильным ударом, нокаутирующим ударом. И, в общем-то, быть панчером очень престижным. Ну вот, вы видите, как хорошо двигается Ромал Романов. И вы видите, сколько неточен его соперник. Ну а в обмене ни тот, ни другой ничего не могут сделать, потому что Романов не обладает сильным ударом, а соперник не обладает достаточной техникой и умением. Не успевает встретить своего боксера, потому что он, как я уже говорил, не быстрый спортсмен, нет у него скорости. Ну, кенийцы не спринтеры, мы прекрасно знаем. Они прекрасные стайеры. Стайеры, да. Они побеждают на всех длинных дистанциях легкой атлетики. Ну, извините, пожалуйста. А у них дистанционная скорость. Я смотрел много боев кенийских спортсменов из Кении, из Танзании. Это недалеко. И школа примерно одна. Даже не обладая техникой, они закатывали такие бои, ну, и падали в нокдауны, вставали, как будто вот, я не знаю, что, они боролись за свою семью, страну, за этот кусок хлеба. И за кусок хлеба, совершенно точно. Вы правы. В зале тишина. Кстати, на первом поединке, в общем-то, эмоций у зрителей было намного больше, чем здесь. Я понимаю, конечно, выступал ваш подопечный. Еще бы. Дело не в этом. Там все-таки был настоящий бой. А здесь разведка до сих пор еще не может закончиться. Но все прекрасно. Да. Романов побеждает. Но ведь все ждут, все зрители ждут. И хочется чего-то большего. Все уже понятно, но ты быстрее, ты... Скоро начнется концерт, и все получат гораздо больше. Евгений Горосков почти не вмешивается. Почти не говорит ничего, потому что и говорить-то нечего. Бой проходит без нарушений. Ой-ой-ой-ой, вот это вот, да! Вот, я вам говорил, налетел, что эти парни могут... Пошел вперед, как-то вот, знаете, без разведки. И правым прямым, точнее, даже кривым каким-то ударом. Темнокожий боец отправил своего соперника в нокдаун, причем такой хороший нокдаун. И, возможно, этот раунд будет за ним, потому что... Возможно, уже точно. Ну, может быть, и ничья, потому что он проигрывал по ходу этого раунда и одно очко в плюс. Ну, все зависит от судей.
Да, интересно еще раз посмотреть на замедленном повторе, надеюсь, который нам покажут. Ой-ой-ой, получилось в обратную сторону. А вы говорили, скучно было, Андрей. Был так скучный. И вот неожиданно, ну и сейчас ничего веселого после того, как Аманова читали нокдаун. Да уж. Бокс такая штука интересная. Ничего страшного. Поединок продолжается дальше. Осталось совсем немного до конца этого боя. Точнее, три раунда. После которых, как мы уже сказали, начнется шоу. Да, будут вручены множество призов в самых разных номинациях. Это тоже интересно, потому что вы узнаете, кто достоин этих призов. Да, и шестой раунд начался примерно так же, как и уже все предыдущие. Вы правы абсолютно, но дело в том, что после такого нокдауна не может не появиться осторожность в действиях соперника одного из боксеров. Естественно, но вот заметьте, каждый раз Аманов, когда он атакует 2-3 удара, он заходит своей, ну и как бы хочет ударить посильнее, заходит своей левой ногой вперед. Угу. Это говорит о том, что он никогда не ударит так сильно. Он хочет просто, ну что ли, сделать удар несколько подальше. Ну да, да. Но тут он работает только о дистанции, думает в этот момент. Он не будет сильным. Конечно. Это шлепок и пощечина, не больше. Ну, я еще раз скажу, да, это же все издержки любительского бокса. Там так учат. Ну да. Правда, последнее время происходят изменения в лучшую сторону, что нельзя не приветствовать. И отчасти благодаря этому проекту WSB. Да, не отчасти, а полностью благодаря этому проекту, я считаю. Ну, это уже на самом высоком уровне. Потому что там участники-то, ну, вот, все сборники отдельной страны. Ну, Аманов тоже был членом сборной Азербайджана. И не последний, скажем так. Вот неплохо. Такой, как бы передернул затвор и ударил свой сильнейший сейчас Аманов. Этого мало. Можно было еще кинуть 2-3 удара в догонку. Мало. Ну, вот так бой приобрел интригу. Нежданно, негаданно, можно сказать. Да. Удар молотка должен подстегнуть того и другого. Меня уже удивляет, честно вам скажу, Кенинг, потому что пора. Что пора? Ну, он проигрывает. Вот он, Эвандер Холифилд сидит. Костя рядом с Костя Дзю. Который раз они уже вместе. Первый раз я их увидел во время боев Сиднейской Олимпиады 14 лет назад. Помню, тогда Костя тогда был жив в Сиднее.
постоянно. И я даже предположить не мог, когда комментировал эти соревнования олимпийского цикла 2000 года. Я даже представить, я знал, что Костю уважают, Костю любят, но даже представить себе не мог, насколько он популярен в Австралии. Потому что они в зал пришли вместе с Севандером Холлифилдом. Казалось бы, чемпион мира в супертяжелом весе. И это всегда самое большое звание. Это категория, которая внушает уважение и любовь всех болельщиков всегда. У меня создалось впечатление, что народ вообще не знает, кто такой Эвандер Холлифилд. Потому что все кинулись к Косте, все его обступили, не дали просто дойти даже до этих VIP-мест, которые им там зарезервировали. Автографы, объятия, поцелуи, фотосессии, что только не было. Костя, конечно, никому не отказывал, он прекрасно понимал, что болельщиков нельзя огорчать. Так вот, Эвандер Холлифилд стоял сначала в сторонке, потом спокойно, тихо-тихо пошел туда на свое место. И, в общем-то, замеченным на этом празднике бокса особенно и не был. Потом, когда мы уже разговаривали с Костей, он сказал, что вот так всегда. Это очень важно, вот, получить такую любовь зрителей, конечно. Ну и опять же, хотя та же самая категория, возвращаясь к этому поединку, бесспорно, он очень ярко и красиво боксировал, но он был самый настоящий панчер. Да, конечно. И запоминались ведь не его техника, а в первую очередь его яркий нокаут. С тем же залом. Поэтому его и любили. Ну, заметьте, в зале уже видно, собираются зрители, уже в партере сидят немало людей, но зал молчит. Кричат только секунданты, они подсказывают спортсменам. Ну, вообще пропала скорость сейчас у Агунды. Он не то, что не может попасть, он даже не может подойти к сопернику, и удар не достигает сантиметров 20-30 до цели. Тридцать секунд до конца предпоследнего раунда. Неплохой сайдстепсер был в исполнении Рамала Аманова. Ну и потом удар молотка, который сейчас будет слышно, должен как бы подстряхнуть, что ли, несколько впечатлить спортсменов, ускорить, заставить их сделать что-то больше. Ну, особенно Агунду. Неплохо, как бы он стоял. Не, вообще для дебютанта вы, конечно, имеете право на такую точку зрения. Но мне кажется, для дебютанта, тем более, первый бой так далеко от родных стен. Но здесь-то для него уже нет ничего страшного. Ну пошел, пропустил легкий удар. Видно, что видно. Андрей, вы Ромал не вы это говорите, имея за плечами свой огромный опыт выступления на профессиональном ринге. Да почему? Человек проводит первый бой. Не, ну он и его тренеры должны понимать, что... Вот тренеры, другое дело. Как уже говорили в начале боя, будет поздно. Сейчас уже все. Сейчас уже очень поздно. Осталось всего лишь 3 минуты боя. Не сможет ничего сделать Агунда, и хоть и отправил в нокдаун своего соперника, но я думаю, что это было сделано случайно. Просто лаки панч с закрытыми глазами, точное попадание в челюсть, вот и все. Согласен. Но еще раз возвращаюсь. Но нам стало веселее. Не могу не сказать, что для него нет никакой опасности просто пойти вперед. И здесь, да, я согласен. Сил-то не потрачено, да? Соперник не панчер. Ну, иди пытайся что-то сделать. Ну, драться ты умеешь на улице? Дрался когда-нибудь? Вспомни, как это делается. И
попытайся. И ногой в голову. Руки на месте, конечно, это хорошо. Все 8 раундов. Но толку-то от таких рук, когда они не бьют. Ну, наверное, неплохо отработал сейчас Агунда. Ну, для самого себя и для его тренеров. Не упал в нокаут. Отставил все 8 раундов. Да еще отправил в нокдаун. Да, для дебюта неплохо. И для... Не это... будем забывать сей факт. Ну вот. Пробил два удара, вроде бы нормально, и остановился. Да. Это конец боя. Темп вообще. Нет никакого темпа, точнее. И рисунок, картинка боя такая, как будто это не восьмой, а первый раунд. Идет разведка до сих пор. В таком темпе, в таком стиле можно отработать и 20, наверное, и даже больше раундов. Хорошо уходит Аманов от всех ударов оппонента. Но нужна еще и контратака. Какой-то ответный или встречный удар. Подчас, да, Гунда тоже боится, остерегается. Но все-таки иногда он идет вперед, его можно ловить. Несколько раз всего лишь за бой Аманов сделал это. Но почему-то не развил атаку. Опять-таки, видимо, привычка в любительском боксе выигрывать. Но, возможно, выигрывать, он не поменял тренера. В его команду не пришли новые люди, а да, те возможно. Же самые тренеры в зале работают с ним до сих пор. Невозможно, да. Это я с вами согласен, абсолютно. Угу. Первый размер, наверное, такой более-менее настоящий. Поединок окончен. Ну, здесь уже даже... Не знаю, отдали в одном раунде победу кенийскому спортсмену, когда он отправил Аманова в нокдаун. Ну, отдали. Не, наверное, может, отдали. Не с двумя очками, ну, в разнице. 7-1. Но. Тут уже к бабушке ходить не нужно. Единогласное решение судей в пользу Ромала Аманова. Я почему-то уверен, что под конец этого шоу зал соберется. Да, конечно, в Мытищах не так уж часто проходят матчи такого уровня, а точнее ни разу не проходили. Тем ну, более, этот зал видел большие хоккейные баталии. Конечно, и место очень популярное. И хоккейные баталии здесь были еще какие, друзья. Место хорошее, новый дворец спорта прекрасный. Вот еще раз нам показывают Дзюи Холлифельда. Вчера в байк-клубе «Ночные волки» собралось очень много людей. Приехали такие серьезные ребята на больших мотоциклах. Причем все они подошли к Константину и сфотографировались с ним на память. Еще бы. И то есть работой Кости Дзю давно уже является фотографироваться. Сколько же раз он сделал это с разными людьми, не подсчитать. Ну, куда деться от популярности? Да. И он... Надо поддерживать. Надо уважать болельщиков. Единогласное решение. Ну, естественно. Ну, боксеры довольны, и тот, и другой, потому что мы уже сказали, один выиграл, а второй не проиграл нокаутом.